Не без участия жителей от снега освобождаются дворы и проезды в микрорайоне Бахчеванжим. Чтобы коммунальные службы могли полностью почистить парковки и проезды, соседи договорились между собой и к 23 февраля дружно убрали автомобили со двора. Вышли сегодня на акцию совместно с управляющей компанией вот за двор. В этом году много снега, вот. Тоже как жители помогаем. Для себя же работаем. Работали на совесть, счищали снег до асфальта. Собранную кучу управляющая компания обещает вывести в ближайшее время. В общей сложности, то есть, да, как бы всеми силами, то есть, выходило, то есть, ну, от управляющей компании до 20 человек, то есть, это вот дворников на этот маленький микрорайон. По факту, то есть, да, там жителей было там привлечено довольно большое количество, люди брали лопаты, сами активно выходили, общались. Даже в 23-градусный мороз жители по улице Беляева, домов 1 и 3, вместе с управляющей компанией вышли убрать свой уютный двор. Здесь, в этих домах, проживает порядка 300 человек. И вот сейчас мы видим, за нашей спиной работы уже завершены. Можно и проехать, и машину припарковать. Устранять последствия стихии коммунальные службы будут не одну неделю. Жители двора Бахчеванжи увидели результат раньше. Ведь там, где дружные соседи, дворы становятся чище гораздо быстрее. Михаил Налетов, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.